Давно мы с вами не играли в «Малыша в желтом». С вами Калдариди, приятного всем просмотра. Ну что ж, я устроился нянькой. И давайте посидим за этим прекрасным малышом. Привет, малыш! Так, тебе тут комфортно сидится? Сиди здесь, пожалуйста. А, может быть, тебе бананчик дать? Давайте посмотрим. Мне кажется, его надо покормить. А, покормите малыша, возьмите бутылочку в холодильничке. Хорошо, пойдем. Пойдем в холодильник. Так, здесь мы будем его переодевать. А здесь у нас холодильничек. Посмотрим, что есть. Есть сосочка, давайте возьмем сосочку, отлично. Пойдем кормить нашего малыша. Пей на здоровье, малыш. О, улыбнулся, улыбнулся, милашка. Лайк за улыбку малыша. Вот, и подписочку на канал Дар Риди. Если хочешь больше серий про малыша. Так, ну что ж, посмотрим, что у нас тут есть. У нас есть шарик, есть блок, малый пистолет, поезд, машинка, мяч, врач, самолет, ксилофон и что-то неизвестное. Окей. Слушай, смотри, мы можем с ним поиграть. Давайте сюда поставим ксилофон, да? У меня в детстве был такой же. Можно музычку сыграть. Блин, что-то, я не знаю, может, я не очень хорошо играю, но малыш обделался, кажется. Может, я чересчур хорошо играю. И улыбается такой, нашкодил, улыбается. А чё, подожди. У него коленочка разбита. Блин, бедолага. Бедолага. Сиди здесь, сиди здесь. Вот здесь, понял? Никуда не уходи. Надо взять подгузнички. Вот под... Малыш. Малыш. Не пугай меня так. Малыш, малыш, ау, малыша нету. Ты что здесь делаешь? Ах ты, нашкодил, да? Все, прям здесь переодели, отлично. Слушай, не знаю, может быть, жопку надо было помыть. Уложите малыша спать. Хорошо, уложим сейчас спать. Так, а что у нас тут есть? Есть, так... ух ты, поехала. Прикольно. Слушай, а мне нравится. Она заедет? Она сюда уже не заедет. Блин, машинка зачетная. А давайте с лестницы машинку пустим. Странно, что я играю в машинке, а не малыш. Ладно, ну мне интересно. Давай вот отсюда. Поехали. Бжжж, едет, едет, едет. Бегом, бегом. Ух ты, ё-моё. А прикольно, прикольно. Прикольно поехала. Блин, машинка зачетная. Я весь день бы играл с такой машинкой. Так, давайте на диванчике, что ли? Нет, подожди, сюда. Едет, едет, едет. Где можно еще поиграть? Я бы хотел с собой машинку взять и где-то на других локациях. В коридоре. Тут зайчик. Давайте в коридоре поиграем машинку. Поехали. Машинка едет, едет, едет. Ай, хорошо. Сейчас соседи проснутся, нифига себе, она подпрыгнула. В другую сторону. Поехали, поехали, поехали. Сейчас домой заедет. Ю. Подожди, какая-то игрушка? Чумного доктора. Что тут делает игрушка чумного доктора? Можем спуститься вниз прямо сейчас? Ну, по заданию же нам не надо спускаться. Там зайчик, что-то мне страшно. Слушай, а что если я... Офигеть. Дьявольское число. А что если мы... Подожди, у нас же дверь открытая, там сидит малыш, а я куда-то попёрся вниз. А, ну типа это конец, это можно сразу пойти на другую главу. Окей. Выбор главы. А какая глава, кстати, у нас? Безумие, безумие Пикмана, быстро к выходу. Маленькая крольчиха прыгала. Про крольчиху. А, мы можем сразу сюда попасть, окей. Может быть, это, конечно, грубо, но давайте посмотрим. А что, если... Прямо здесь покормим... Блин, малыш, прости, прости. А, ты... он сразу обделался, он просто сразу обделался. Смотри, если мы возьмем... Если мы вот прям сразу отсюда... Если мы отсюда наденем его, оденем. Не малыша, подожди. Надо взять подгузники. Слушай, я не могу взять его. Может, жопку надо помыть? Сиди здесь. Блин, я не могу взять. То есть он обязательно здесь должен сидеть, да? Как так взять, чтобы... Ать! Блин, он испарился. Я не знаю, как так сделать, чтобы я заметил, как он исчезает.
Все, пойдем, малыш, спать. Пора спать. Хватит играть. Так, вроде бы сюда. Лежи, баю-баюшки, баю. Найдите книгу сказок, окей. О, прикольно. Держи игрушку, игрулю. Прям как ты. Копия малыша. Так, все, отдыхай. Давай его игрушками закидаем прям всеми. Чтобы ему было комфортно. Тут зайчика возьмем, зайчик. Зайчика возьмем, кошечку возьмем. Что-то он грустит. Барашка возьмем. Ты что грустишь? У тебя дофига игрушек. Мне кажется, он боится. Слишком много игрушек, наверное, тоже нехорошо. Так, самолет. Блин, самолетик есть. Елки-палки. Нам есть чем заняться. Пиу. Слушай, можем кидать самолетик. Блин, как же классно. Физика прикольная. А если в коридор пустить самолетик? Полетел. Полетел. Нет. О, отлично. Блин, игрушки зачетные, мне прям нравятся. Малышу прям повезло. У меня бы было столько игрушек в детстве, было бы просто рай. Так, ладушки, возьмемте сказку. Сказка про принца и кошку. Будешь читать? Принц и кошка. Не хочет? Он не хочет про принца и кошку читать. Сказка для детей. Тут много всяких разных сказок. Так, сказку. Ну, взяли мы сказку. Ты не хочешь про это? Найди книгу сказок и сядьте. Подожди, я разве не уложил малыша? Да, боже мой. Он не хочет все эти игрушки? Покачать? А как я его покачаю? Эй, малыш, как мне тебя покачать, я не понимаю. Есть уточка такая. Что, не нравится? Что ему все не нравится? Так, а где сказка? О, кошачьи ушки. Кошачьи ушки. А как на тебя надеть кошачьи ушки? Ушки? Нельзя, что ли, одеть кошачьи ушки? Качать. Слушай, может быть, сказка в другом месте? Сказка про барашка. Может быть, тебе барашка реально дать? Так, может, тебе будет комфортнее? Он так на меня смотрит, что-то мне его прям жалко. А где? Уложите малыша. Я уложил. Почему мне не зачело? Да, видимо, в стирку надо будет кидать. Может быть, сказка где-то в другом месте? Блин, я так давно не играл в малыша, что я прям реально забыл. Бутербродики. Бутербродики прям зачет. Мне нравится делать бутербродики. Это прям... Это отдельный вид искусства просто. Берешь... Так, пожми... Что ты делаешь? Пожалуйста, поставь тарелку. А можно как... Почему ты все разбиваешь? Кусочек сыра, допустим. Так, кусочек сыра. Он не ложится, прикинь. Ладно. Готовка не моё, видимо. Можешь выключить телевизор? Уложите малыша. Я разве его не уложил? Я вот просто не понимаю. Он что-то не хочет лежать. Он просто сидит. На самом деле это очень странно. Может, я забаговал игру? Странно. Ну, давай. Покачать. Смотри, ну я не могу покачать стул. Такое ощущение, что мне кажется, я реально забаговал игру. Нужно сесть. А, вот так. Ну, окей. Я только сейчас понял. В далекой стране... За океаном, с темными звездами, в небе принц засыпал, но к нему в кровать прыгнула кошка. Я нашла секретный сад, с удовольствием сказала кошка. Они радостно выбежали на улицу, исследователи в ночи. Блин, прикольно. Они прошли золотыми вратами. Взгляни на прекрасные деревья. Они шли красивой мощеной тропой. Взгляни на цветы луговые. Они прошли мимо журчащего фонтана. Взгляни на танец воды. Взгляни. Но принцу сад не понравился, и он начал пинать деревья. Он губил цветы и кустарники. А еще...
оборвал все листья. Он уничтожал сад ради забавы. Окошко смотрело в ужасе. «Какую ошибку я совершила!» — вскричала она. «Не стоило мне приводить его сюда!» Блин. Принц был очень злой. Слушай, может быть, зря ему такие сказки, да, читаю? Надо было что-то подобрее. Мне кажется, он типа, так, я принц, значит, мне надо хулиганить. Мне надо все рушить, все деревья. Так, а можно в комоде еще посмотреть? А, поезд, давай, поезд. Поиграем. Уйти и закрыть дверь. А где мой поезд? О, поезд, отлично. Ну, поезд такой неинтересный. Наверное, надо на рельсы его посадить. Пойдем телевизор смотреть. Главное, не навернуться, когда буду спускаться. А что еще есть у нас? Врач? А, типа чумной доктор. Вон оно что, это игрушка такая. Мячик. Машинка. Кстати, вот шарик прикольный. Блок какой-то. Зачем нам этот блок? Не понятно. А если я много блоков сделаю? Просто куча игрушек, да? И куча шариков можно. Просто реально можно куча шариков сделать. Пистолет прикольный. Вот пистолет прям зачетный. Пиу-п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 иу. Так, ладушки. Садимся. Да, немножко отдохнуть. Посмотреть телевизор. Что-то немножко в сон клонит. Я, кажется, засыпаю? Что такое? Успокоить малыша. Ну, пойдем. У меня еще пистолет. Надеюсь, он... Дверь открылась. Эй, малыш! Все в порядке? Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Пиу-пиу-пиу-пиу. Все обезврежены. Все, никого... Реально никого нету. Где малыш? Малыш! Малыш! Заперто? Подожди. Все, враг обезврежен. Враг обезврежен. Блин, милашка. Что ты хочешь? Уложить снова малыша? Ну давайте. Беденький грустит. Сейчас мы тебя уложим. Все. А, нужную игрушку в кроватку. А, кошка? Да, ему понравилось с кошечкой. Так, ну все, давай. Пока. Слушай, он так улыбается, страшно. Фу. Давайте досмотрим свою передачу. Чего? Все в порядке? Слушай, ну он спит, но почему? Почему тогда дверь открылась? Ладно, уходим. Надо все двери с собой закрыть. Так, надо телек досмотреть. О, приятного всем просмотра. Спасибо за лайки, за комментарии и подписочку на канал Дар Риди. Любишь подобные игры, ставь лайк. У нас много подобных игр. Так, ну у нас вторая ночь, ребята. Я надеюсь, к этому моменту все-таки ты прожал лайк и подписался на канал Дар Риди. С колокольчиком, всеми уведомлениями, чтобы не пропускать новые серии. А мы продолжаем, никуда не расходиться. Вторая ночь. Покормите малыша, возьмите бутылочку в холодильнике. Сегодня мы часть с вами пройдем с малышом в доме. Блин, я хочу бутербродик сделать. Бутылочку в холодильнике взять. Чего? Она только что здесь была. Где бутылочка с молоком? А может плитку включить? Заперто? Ладно, давай найдем. Так, кухня для чайников. Не вижу кухни, не слышу о кухне. Не говори о кухне, съешь своих демонов. Других кулинарных книг. Другие кулинарные книги не нужно. Том 2. Что происходит? Боже мой, дом призраков какой-то. Малыш, кушай, все, аккуратно. Не кусайся. Держи. Все, хорошо? Ай, опять ты пахнешь плохо.
Сиди здесь, я воду включу. Жопку надо подмыть. Все. Сейчас жопку подмоем. Нравится? Нравится, видимо. В туалет сходи. Подожди, ты в туалет. В туалет. Все, сиди здесь. Все, посиди здесь, малыш. Все будет хорошо. Так не стоит делать, ребят. А, врач. Шарик. Блин, шарики прикольные. А сколько можно шариков? Сколько максимум можно шариков? Я хочу весь дом в шариках, пожалуйста. У нас праздник. Просто весь дом в шариках, ребята. Какая красота. Малыш, я приношу тебе шарик. Опа, поймали, малыша. Сиди здесь. Никуда не уходи. Боже мой! Сиди здесь. Я поймаю их. Давай. Лови. Куда побежали? Труселя. Ах ты, гаденыш. Сейчас мы тебя поймаем. Я знаю, как мы его поймаем. У нас есть пистолет. У нас есть пистолет. Все, ну держитесь, труселя. Ну держитесь. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Ты засрашка. Поймаю тебя. Ты убит, я в тебя попал. Пиу-пиу-пиу-пиу. Я вижу тебя, вижу тебя. Да сюда иди. Бежал куда-то. А, я по следам тебя отыщу. Пиу-п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 иу. Ну все, сдавайся. Хера себе. Сосочка? При опасности разбить. Вроде пока нормально все. Тут рисунок. Блин, рисунки классные. Кто это рисовал? Джек и Елот. Камила. Телефоны. Пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам. Пам-парам-пам-пам. Пам-парам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам. Пам-парам-пам-пам. Так, все, малыш, все спокойно. Все в ажуре. Отлично. Все, пойдем баньки. Пойдем ба... Что? Подожди, ты у меня был в руках только что. Малыш! Все, надо всегда пистолет с собой таскать. Всегда таскать пистолет. Не с места! Не двигайся! Я вооружен. Понравилось? Пиу! Пиу! А уже не очень, да? Пиу! В носик. Пиу, 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 пиу. Так, ну все, ладно, поиграли и хватит. Куда тебе пойти? Уложить спатеньки. Пойдем уложим спатеньки. Так, сказочку. Принц и крольчиха. Погнали, приятненького прослушивания. Начинаем. Когда крольчиха пришла в гости, принц сказал: пора играть. Но его большие красные глаза испугали ее, и она решила уйти. Маленькая крольчиха бросилась к выходу, прибежал за ней и кричал: ее нужно остановить. Какой страшный мальчик. Рисовка классная. Ой, боже мой! Что такое? Игрушку надо. А, кроличек. Кроличек, кстати, зачетный. Все, понравилось. Все, садимся, дальше читаем. Он бежал за ней темными коридорами. Прыг-скок. Непрерывный тщетный полет. Прыг-скок. Бег по кругу, бег по кругам. Неведомо где и за горизонт. Прыг-скок, прыг-скок. Принц не мог ее поймать, его сердце наполнилось гневом. Крольчиха проскользнула в дверь и убежала по тропинке. Принц кричал: мне нужно больше друзей, еще, сейчас же, новых. Я приведу тебе новых, сказала его любящая мама. Капец, смотри, какой он страшный. Бедный крольчик. Все, малыш уснул, уходим. Уходим, отличненько. Пойдемте. Посмотрим телевизор, мультяшки посмотрим. У тебя соседа ничего? Как бы... Вообще, есть ли соседи здесь? Тут давно никого нет, смотрите. Не забирают письмо. Ладно, надо закрыть. На замок, кстати, а как на замок закрыть? Ладно, давай телек... Подожди, я только что выходил. Я только что выходил. А что тут делает кроличек, кстати?
Он же у него был. Кто-то ушел. А-а-а. Блин, я хочу такую для бутербродиков. Спасибо. Я не знал, кто. Курьер какой-то приходил. Это я заказал? Взять коробку. Тостер. Положите коробку на стол. На какой стол? Наконец-то можно телек посмотреть. Возможно, его родители заказали. Ложимся спатеньки. Ночь третья. Нянька, спокойной ночи, сладких снов. Малыш, я покажу тебе свои сны. Окей, постараемся, ребята. Погнали. Всем приятненького. У нас третья ночь. Вот, и если хочешь помочь материально, я оставлю ссылочки на всякий случай в описании. Можешь стать спонсором Boosty, поддерживать канал материально, чтобы выходило больше классных серий. Вот, ну и также, либо же сделать разовый донатик на донат Алерс. Либо же заглядывать на канал AlexPlay, мы там стримим много, часто, почти каждый день, разные игры на ПК. Вот, поэтому это мой второй канал. Первый канал Дар Риди. Поэтому буду рад вас видеть на своих двух каналах. Погнали. Последний день. Точнее, ночь. Уже, видимо, вечер, да? А телевизор не получится посмотреть. Надо малыша успокоить. Так, малыш, с тобой все в порядке? Ну что случилось с тобой? Ну что такое? Что? Все? Хорошо? Успокоился? Пойдем. Найти что-то поесть. Может быть, сытный тост? То... О, отлично, давайте. А давайте. Теперь мы можем приготовить. Так, что мы хотим? Сыр, наверное, потом сверху. Давайте. Подожди, тогда... Тогда он не пропитается. Я хочу, чтобы он прям был сочный. Тут у нас... Давайте сразу колбаску, наверное. Может быть, масла же нету? Я не знаю. Давай колбаску положим. Колбаску. Грибочек. Мне кажется, сыр надо прям сверху. Давай, я бы два огурчика положил. Ну, хотя один нормально, ладно. Помидорка есть, помидорку положим. Все, чтобы сочно все было. Грибочек был. Вот, а лук был ли лук? Давай лук положим. И сверху, чтобы это все в сыре было. И сверху бутербродик. И это все закрыть. А-а-а, вкуснятина. Хера себе. Боже мой. Какой-то токсичный бутерброд. Ну его нафиг. Может быть, наверх пойдем? Малыш, с тобой все в порядке? Это ничего страшного, это я готовил покушать. Да, ну его, я лучше буду готовую еду заказывать. Нафиг оно мне надо. Нам тут молоко. И, малыш, я взял молочко, сейчас... Чего? Закрыта дверь. Тут холодно в холодильнике. Что за лабиринты, мать его, в холодильнике? А, выпустите меня. Молочко остынет. Да и я тоже. Вместе с ним. Молочко-то останется свежим, а я вот навряд ли. После разморозки. Так, ничего не понял. Я вышел в коридор. Заперто. Лифт не работает. Малыш, не злись, я принес молоко. Принес я молоко, на. Все, лучше, да, стало? Переодеть тебе надо. Сейчас все будет хорошо. Не кипишуй. Лежи здесь. Лежи здесь. А-а-а! Блин, посмотри, я напугаюсь этого скримера. Чего себе. Ой-ой-ой-ой-ой. Здравствуйте, до свидания. Какой ты страшный. Что мне надо сделать? А-а-а, надо разбить. Ой-ой-ой, боже мой. Там сосочка есть, успокаивающая. А-а-а! Где он? Малыш, выходи. У меня серьезное оружие против тебя. Против сосочки никто еще не устоял. Держи, мать его. Соси нахрен. Отлично. Посасывай свою соску.
Понял. Ушлепок. Я, прости, это не ушлепок. Это я ушлепок. Нет. Это сосрашка ты. Принц и овца. Серьезно? Он хочет, чтобы я почитал про принца и овцу? Я понял. Все, я почитаю тебе нужную игрушку. Ну, овцу. Все хорошо. Все хорошо. Сажусь. А-а-а, такая овца такая смотрит. Во дворе было холодно. В небе ярко блестела луна. Ветер дул и дул о ней. А нет, шторм широко раскрылись. Маленький принц лежал в кровати и не мог заснуть. И он просил маму: сходи, найди мою овечку. Демоненок маленький. Просто демоненок. Я голоден, сказал принц, и овца подала напитки. Я испачкался, сказал принц, и овца дала ему одежду. Я устал, сказал принц. Давай я тебе посчитаю. Один, два, три. Let me count you. One, two, бедная овечка. Three. Она его боится. Она просто боится его. Just one more thing. Еще кое-что, сказал принц, пока я не засну. Он открыл свои большие красные глаза и повернулся к овечке. Приходи ко мне во сне. Останься навечно в моей голове. Овечка повторно сделала шаг вперед, охваченная ужасом. Obediently, the sheep stepped forth. Ой, страшно как. Its mind consumed. Это его язычок, что ли? Она по язычку пошла ему прям в горло. Какой здоровый и страшный мальчик. Нет. Нет, пожалуйста. Ребята, давайте жить дружно, пожалуйста. Что за Игры Престолов? О май гад. Что, мать его, происходит? Чего? Где я? Доброй ночи. Доброго утречка. Слушай, у меня даже идейка есть. Во-первых, мы пройдем эту игру, наверное, а потом я хочу в предыдущей поиграть. Было бы здорово. Больше, сейчас еще. Игра же давно существует, хотелось бы в старой версии поиграть. Поэтому, чтобы не пропустить такое событие, стоит подписаться с колокольчиком и всеми уведомляшками. Так, сюда заходим. Не поднимайтесь по лестнице. Это шепчет. Кто ты? Кто ты такой? Не шепчи, пожалуйста. Именно там шепчет, слушай. Мне сказали не подниматься по лестнице. Давайте на всякий случай возьмем бутылочку с молоком. Мне сказали не поднимайся по лестнице. А я молочка принес. Что там происходит? Уходим отсюда. Неудача. Следуйте за белым кроликом. А где он? Кролик? Он типа здесь? Подожди, а есть другой способ. Это получается, я пойду в следующую главу, да? Ну, белый кроличек там. Может, малыша поищем? Глаза какие-то, смотрит телек. А где малыш, кстати? Боже, тут все в говне. Следуйте за кролик. Боже, тут все в глазах. В холодильнике глаза. Я не знаю, что делать. Может, все-таки подняться и попробовать что-то там сделать? Тут все заперто. Ну, типа, вот сюда показывают.
Стрелочки, наверное, все-таки надо по стрелочкам идти. Вот я как бы спускаюсь, иду сюда. Но все-таки пора вниз спуститься. Я буду с молочком. А, ну и все, мы проходим эту главу. А, большая голова. О, можно типа моды сделать. Большая голова. А, ультраунитаз. Чего? Ультраниз. Разрешен. Игрушки разрешены. Черно-белое можно пройти. Слушай, я попробовал переиграть в каких-то других тонах. Но пока что давайте закончим. У нас первая глава. Мы давайте по главам пройдем игрулю. Во-первых. Тут мы кошки не нашли. В идеале, если мы все найдем, тогда мы сможем... Я могу вообще можно сбросить прогресс. Будет печально. Ладно, у нас глава с овцой связана. Спасибо за просмотр. Всем до скорого. Пока-пока. С вами был канал Дар Риди. Вот, если хочешь поддержать канал материально, ссылочки в описании, я уже говорил. Вот, и до новых встреч. Всем пока. Увидимся.